примерно 50% времени часового совещания в правительстве в минувший понедельник ушло на обсуждение службы полка «Башкортостан» в зоне СВО. Видимо, Ради Фаритович вдруг понял, что в последнее время не уделял этой теме должного внимания. А еще Урал Кельсинбаев после совещания в Москве привез Ради Фаритовичу очень важные ценные указания от Сергея Кириенко, но мы об этом поговорим подробно в ближайшую субботу. Естественно, на совещании не обсуждались вопросы потерь и ротации личного состава полка, но зачем-то подробно обсуждали структуру этого воинского подразделения, а также отметили попутно, что исключительно благодаря усилиям дорогого Ради Фаритовича воины полка «Башкортостан» отлично питаются и ни в чем не нуждаются в плане технического и материального снабжения. К моему удивлению, во время вот этого обсуждения службы полка «Башкортостан» на СВО ни разу не наградили и даже не упомянули Азата-солдата. Чем это связано, пока непонятно. В целом не стану пересказывать, и тем более не буду комментировать вот эту часть оперативного совещания, хотя бы потому, что я уже окончательно запутался в том, что в современной России может оскорбить и задеть чувства верующих, воюющих, сочувствующих, ну или просто лежащих на диванах в камуфляжных труселях. Как известно, многие вещи в мире взаимосвязаны. Ровно так, как мы связаны с нашими подписчиками и зрителями, и также наши подписчики и зрители связаны с нами взаимными интересами. И сейчас я говорю о том, что мы, по сути, существуем на те пожертвования, которые делаете вы в пользу нашего канала, и в ответ мы производим для вас тот контент, который вам необходим. Так что не забывайте помогать каналу материально. Сделать это можно единственно доступным способом, перечислив ту сумму, которую вы считаете нужной, на расчетный счет, который мы указываем в каждом нашем видео и в описании под каждым нашим видео. Обсуждая текущие дела, Хабиров кисло сообщил, что выдавленный им же из кресла министра транспорта и дорожного строительства Республики Башкортостан Тимур Мухаметьянов все же вернулся в регион, да еще и с федеральными полномочиями, став куратором региона от Ространснадзора. Хабиров сквозь зубы отметил опыт и заслуги Мухаметьянова в Республике Башкортостан, в Москве и даже в Запорожье. Но при этом Ради Фаритович сделал вид, что это именно он, Хабиров, сейчас нарезает задачи Тимуру Рафисовичу. Это, конечно, не совсем так. Очевидно, что Мухаметьянов прислан Москвой, чтобы хоть как-то стабилизировать дорожную сферу региона, которая благодаря неустанным пятилетним усилиям Хабирова и его ватаги лежит в руинах. Зато с нескрываемой гордостью и каким-то таким вот детским тщеславием Хабиров рассказал о полученном им из рук министра иностранных дел Российской Федерации памятного значка за вклад в международное сотрудничество. Следуя логике этого награждения, вообще-то вот этот значок нужно выдавать каждому российскому туристу, который выезжает за рубеж по системе All Inclusive. Далее Ради Фаритович поведал о перспективах на ближайшее время. Ну, из веселого это то, что с 22 ноября по 1 декабря в Уфе пройдет 16-я международная межгалактическая неделя бизнеса, куда слетятся сытно отобедать и послушать звуки продольной флейты братья-бизнесмены из Белоруссии, Казахстана, Ирана, Северной Кореи и особенно по близкой по духу нам теперь Эритреи. Будут ли представлены на этом грандиозном форуме банановоды Занзибара, пока не уточняется. Одновременно с неделей бизнеса 29 ноября Хабиров проведет прямую линию общения с народом Башкортостана, во время которой, как он выразился, цитирую, «я попытаюсь ответить на все актуальные вопросы». Конец цитаты. Ну, как и предполагалось, отбором самых актуальных вопросов и отсеиванием вопросов лжецов и негодяев, конечно же, будет заниматься Елена Прочаковская. We'll be right back.
комментируя свое участие в транспортной неделе в Москве, Хабиров бесконечно поминал Господа в суе, все время боялся чего-то сглазить и вообще предавался прочим бесовским суевериям. Видимо, итоги этого мероприятия могут быть хоть сколько-нибудь положительными для Республики Башкортостан только в случае прямого воздействия божественных сил в судьбу региона. В частности, Хабиров сообщил, что только с Божьей помощью, ну и еще при условии выделения дополнительных 2,5 миллиардов рублей, в январе 2024 года восточный выезд будет сдан. Даже несмотря на то, что он не соединен с улицей Галли, что в принципе делает его никому не нужным объектом за 60 миллиардов рублей, но, как говорится, кровь из носу. Все с той же Божьей поддержкой Хабиров планирует в 2024 году приступить к реконструкции трассы Р-240, которая соединяет Стерлитавак и Зерган. И вовсе уж, панически опасаясь сглаза, Хабиров сообщил о планах возрождения электротранспорта Уфы. Ну, всего-то для этого нужно, это где-нибудь найти тех, кто доверит ему подержать в кармане 20 миллиардов рублей. Вот тогда этот проект, как выразился Ради Фаритович, полетит. Куда полетят 20 миллиардов бюджетных или небюджетных денег, о которых грезит наяву Ради Фаритович, не уточняется. Но могу предположить, что полетят они примерно в ту же сторону, куда полетели белорусские трамваи, ну и прочие троллейбусы уфимского производства. И дай бог, боюсь сглазить, дай бог. Перешли и к текущим вопросам, имеется в виду обсуждению ЖКХ, ситуации на дорогах и ЧС. Впервые Ирина Александровна Голованова выступала в правительстве в качестве полноценного министра жилищно-коммунального хозяйства. Ну, случилось это, понятное дело, в связи с убытием ее бывшего начальника к месту отбывания уголовного наказания. Но, согласитесь, весьма пикантная причина для карьерного роста. Голованова продолжила, впрочем, рассказывать, как и в прошлые разы, нам и дорогому Радию Фаритовичу, как все великолепно складывается в сфере ЖКХ после ареста Бориса Беляева. За неделю, например, не случилось ни одной крупной аварии. Ну, по крайней мере, так заявляет Голованова. Все замечания Ростехнадзора к уровню готовности отопительной системы ЖКХ в регионе сняты. А любые жалобы жителей на отсутствие отопления, воды или газа, но это, скорее всего, фейки, боты или происки недружественных разведок. Ну, по крайней мере, так следует из заявлений госпожи Головановой. А Голованова поставила жирную точку в вопросе готовности энергосистемы региона к зиме. Ирина Александровна заявила, что все муниципалитеты Республики Башкортостан обзавелись заветными паспортами готовности к отопительному сезону. Ну и правда, что отключится где-нибудь какая-нибудь котельная, например, ну, в каком-нибудь поселке Краснохомске, не дай бог. Ну, всегда можно поджечь этот замечательный паспорт, ну и всех обогреть на какое-то время, правда же? Далее последовал наиболее насыщенный хоть какими-то данными доклад о жилищном строительстве в Республике Башкортостан, и делал его нечастый гость оперативных совещаний, министр строительства Сидоркин Владислав Анатольевич. В частности, он сообщил о весьма амбициозном плане увеличить на 30% объемы ввода жилья к 2030 году. Ну, Сидоркин планирует в 2030 году вводить по 4 миллиона квадратных метров жилья в год. Для справки, в 2022 году было введено 3 миллиона 62 тысячи квадратных метров, в 2023 году по плану введут на 38 тысяч квадратных метров больше, 3 миллиона 100 тысяч квадратных метров. Ну то есть, если двигаться теми же самыми темпами, что от 2022 к 2023 году, достижение показателя в 4 миллиона квадратных метров случится только через 26 лет. Но и показатель, соответственно, будет достигнут не к 2030 году, а к 2048 году. Ну, разве это могло смутить господина Сидоркина, и разве это важно? Однозначно, к 2030 году гражданин Сидоркин за базар, как говорится, отвечать уже не будет.
На данный момент Республика Башкортостан, по утверждению министра строительства, занимает 8-е место в Российской Федерации по объему ввода жилья и 2-е место в Поволжском федеральном округе, ну, естественно, вслед за зловредным Татарстаном. 8-е место по РФ, это звучит, конечно, хорошо, но надо напомнить, что в Российской Федерации сейчас существует немало регионов, где вообще в год не строится ни одного многоквартирного дома. Да, вот такие регионы есть, это Алтай, это Кабардино-Балкария, во многом в Дагестане очень сильно снизилось многоэтажное строительство. В общем, есть такие регионы, где вообще действительно ничего не строят, там кое-какие регионы Сибири. Так что 8-е место номинально это неплохо, но на самом деле не до конца отражает общее положение дел. Владислав Анатольевич мужественно признал, что 2/3 сданного в Республике Башкортостан жилья – это индивидуальное жилое строительство. То есть те квадратные метры, которые граждане построили сами для себя, счастливо избежав заботы и участия застройщиков и родного государства. Тем не менее, эти квадратные метры Владислав Анатольевич рачительно включает в свою собственную статистику. Сидоркин констатировал, ну, собственно, и то, что многоквартирные дома, по сути, возводятся в основном только в Уфе, еще немножко в Стерлитамаке. Из 1 миллиона квадратных метров жилья многоквартирных домов 600 тысяч квадратных метров построено в 2023 году именно в Уфе. То есть 60%. Зато темпы охвата населения ипотечным рабством в Республике Башкортостан в 2023 году возросли вдвое по отношению к 2022 году. И уже 60 тысяч семей в 2023 году добровольно одели себе на шею вот это ярмо ипотеки. Причем средняя сумма займа по ипотеке составила в Башкортостане 3 миллиона рублей. В целом, министр строительства Сидоркин с оптимизмом смотрит в туманную перспективу рынка недвижимости Башкортостана. Там, в этом самом тумане будущего, уже возводится 249 многоквартирных домов очень большой площади, на самом деле, суммарной. В сумме это 3 миллиона квадратных метров. А до 2032 года, ну да, вот Сидоркин мыслит не только до 2030, но и до 2032 года, Владислав Анатольевич планирует снести 124 тысячи квадратных метров ветхого и аварийного жилья. Выслушав бравурный доклад министра строительства, Хабиров поручил увеличить число проектов комплексного развития территорий, собственно, обосновав это тем, что необходимо гармонизировать городскую инфраструктуру. О том, что в 99 случаях из 100 строительство многоквартирных домов в республике – это точечная застройка, которая парализует ветхую инфраструктуру ЖКХ и, в общем-то, разрушает систему транспорта в районе, ну, собственно, и Сидоркин, и Хабиров тактично умолчали. Завершили оперативное совещание в правительстве республики докладом самого некреативного министерства о том, как это самое министерство развивает креатив на всем пространстве Республики Башкортостан. Амина Шафикова, министр скучной культуры, рассказала о том, как она потратила 160 миллионов бюджетных рублей на реализацию федерального проекта «Придумано в России». Оказывается, после отъезда за рубеж наиболее креативной части молодежи, IT-специалистов и талантливых представителей творческих профессий, российские власти озаботились креативизацией глубинного народа. Того самого глубинного народа, который все больше склонен к распитию пивных фальсификатов, ректификатов и употреблению запрещенных повсюду химикатов. Для того, чтобы привить некреативному остатку креативное мышление, Амине Шафиковой выделили 160 миллионов бюджетных рублей, и она принялась создавать среду для буйного роста креатива в исполнении глубинного народа. Энергии Амины Шафиковой можно позавидовать. На эти 160 миллионов рублей она создала, внимание, школы креативных индустрий, центры прототипирования, инклюзивные творческие лаборатории, точки концентрации талантов и даже целые креативные пространства.
отдельное внимание министр Шафикова при этом не забывала уделять загадочной локальной идентичности. От себя, ну и для завершения образа Башкортостана как всемирного центра креатива, я бы порекомендовал Шафиковой в каждом муниципалитете региона создать центры гипнокоучинга. Ну, хотя бы для того, чтобы хоть кто-нибудь поверил в то, что Шафикова не напрасно освоила эти 160 миллионов рублей. Завершила Амина Ивниевна свой креативный доклад неожиданным утверждением о том, что главная надежда на зарождение креатива в широких народных массах Министерство культуры Башкортостана все же возлагает внимание на сельские библиотеки. Ну, в этот момент где-то далеко-далеко за океаном от зависти зарыдал Илон Маск. Вообще-то поручить развитие креатива Амине Шафиковой было фатальной ошибкой. Развивать креатив в Башкирии, по моему субъективному мнению, должна была Алла Яковлева. Ну, тогда в итоге все чиновники Республики Башкортостан хотя бы обзавелись бы рогами, вне зависимости от степени верности их жен и мужей. Ну, чем, собственно, не креатив?